Нашла. Ну У меня есть голограмма. Отлично, хорошо. Голограмма в ней или отдельно стоит? Она в ней, как еще один слой. Понял, хорошо, значит впереди. будем забирать вместе с ней. Защищаем физический биоробот защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Ильзы в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Ильзы поднимаемся в комнату диагностики. Пошел прием. Мы на месте. Мы приветствуем Ильзы, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам свое биополе на сенса сеанса. Ты знаешь, их как будто две, как будто она раздвоенная, зеркальная какая-то. Тебе что-то мешает? Может, уберем что-то? Давай их разделим на копии. Копии, которая сейчас присутствует, это голограмма, она выходит. Один, два, три, становится рядом. Посмотри. Как зеркало вышло из нее. Вот. Душа. Отлично. Хорошо, отправляем это зеркало в клетку тюрьму. Один, два, три. Ставим маячок зелено-красный, органическое, неорганическое. Она неорганическая, но там присутствует ее. Понял, частица. Вот <свист> это, да, частица. Выстраивает этого зеркала канал к ответственному притягиваю в клетку тюрьму на счет три. Один, два, три. Стоит в клетке. Это гуманоид. Снимаются все маски и голограммы. Гуманоид пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Немного поменялся, но остался гуманоид. Хорошо, гуманоид. Откуда ты? Не беру. Да что у вас здесь так много, я не пойму. Каждый день не беру. Вам что, на своей планете делать нечего или что, я не пойму? Паразитарные сущности. Замер в клетке. Я даю команду. Значит, мы приветствуем еще раз. Ильза, она дала нам согласие? Оль, Вера? Нет, пока. Мы приветствуем Ильзу и интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она себя руками трогает, голову доверит, да? Хорошо. Ильза, вы видите этого гуманоида в клетке, да? Она говорит, голова болит от него. Хорошо, мы сейчас всех остальных вытащим, и у них будет болеть голова. Хорошо, я даю команду, значит, три сканера сканируют пространство над головой Ильзы, под ногами тем тонких тел Ильзы, находит всех. Не, демон. джин. Вот, проблема с деньгами появилась. Дракон синий. Гуманоид зеркалом. Все. Считает цифру у герцовку над головой демона. 16. 16 герцовы? Да. А чем мы тебе таким любезным визитом обязаны? У тебя контракт есть на присутствие? Нет, пока нет. Будем разбираться. Считай цифру Джина над головой. 18,34. Хорошо, Джин. Ты был ответственен за финансовые проблемы? Да какие же это проблемы? Это деньги, которые текут. А как так получается, что они как-то не, не, не задерживаются? Куда они уходят? Быстро и незаметно. Это поток, сильный поток. Джин, я тебя предупреждаю, если ты меня сейчас, если ты меня реально считаешь за идиота, я сейчас сниму твою и сожгу твою челму, заберу твой сосуд, заберу с деньгами, золотыми монетами и все сожгу. Если ты мне не поможешь объяснить эту ситуацию, я тебя накажу, ты запомнишь на всю свою жизнь оставшуюся. Не наказывай. От, от, Отвечай на мой вопрос. Я спрашиваю, ты ответственен за то, что деньги уходят и тратятся быстро и незаметно? Расходов много. Я помогаю. Второе предупреждение. Третье, это будет галактическое ядро. Так, кто ответственен? Что Что-то что меня Джин не может, может рассказывать Джин. секреты. Да, хорошо, Джин, я тебя отправлю сегодня реально в ледовитый океан на дно в твоем сосуде. И посмотрим, сколько ты там будешь находиться. Не делай такого. Значит, тогда работай со мной, коммуницируй. Ты не первый джин, ты вообще самый низкий джин, которого встречаю. Я встречал девятитысячных джинов, и они я так. Не я не низкий, я молодой. Значит, ты молодой, значит, учись. Если ты будешь меня обманывать, я тебя запрещаю меня обманывать. Если ты все равно это запрет нарушишь, я тебя накажу. Чем я тебя накажу? Я тебе сказал. Джин не обманывает. Ой, Джин, Джин я... не рассказывает всю правду. Хорошо, Джин не обманывает, Джин не рассказывает всю правду. Хорошо. То же самое ты получишь от меня сегодня. Я тоже что-то сделаю с тобой, но не расскажу тебе что. Синий дракон. Считай цифры над головой. 32-16. 32-16. 32-16 никогда не зайдет, если это не космическая и не ангельская душа. Пришел энергия нажраться, синий дракон. Интересный экземпляр. Нашел. Чем? Чем он интересный, объясняет. Многогранный. Как долго ты находился в ее биополе? Начнем с этого. Пять лет находился. Каким обманом ты вошел в ее биополе? Что ты предложил? Узоры показал космические. Понятно. Значит, ты ее установил в третьем Мозаик. глазе? В третьем глазе плату установил, да? Калейдоскоп. Калейдоскоп. Хорошо транслировать ты мог только то, что ты сам видел. Хорошо, Джин, как долго ты находился в этом биополе? Я недолго. Три года. С какой ты вещью попал сюда? Брелок. Ей подарили брелок или она купила? Трогала. Она трогала брелок, ты сидел в брелке и перепрыгнул на нее, правильно? Энергия теплая, правильно. Хорошо, демон, 16-герцовый. Как долго ты находился в этом биополе? Два года. Хорошо. На что ты зашел? И когда это было? Покажи ситуацию. Она властная. Командует. Ильзия, я должен вас предупредить, что демон в этом отношении говорит правду. Властность – это его чистота. Вы что-то допустили, какую-то ошибку, где он почувствовал свою чистоту. Не так ли, демон? Там много мне приятного. Вот так даже? Да. Понятно. Алкоголь, сигареты? В том числе. Но там же не так много алкоголя и сигарет, чтобы можно было демону 16 герцовому приходить. Ты, наверное, там более что-то глубокое нашел. Так и есть. Основу всех грехов, правильно? Из чего все вытекают, назови. Шалунишка. Хорошо, два года. Джин, э, демон, скажи мне, есть ли присутствует лярва в ее биополе на настоящий момент? Приятно с ней пошалить. На горле у нее лярва. Ты хочешь меня спросить, а дам ли я тебе ее после чистки? Да, да, дальше мы же договоримся. Хорошо. Переходим к гуманоиду. Гуманоид. Как долго ты находился в этом биополе? Может, говорить? Один год. Хорошо. Переходим к реверсу энергии. Все знают, где они находятся. Я Яду команду тонкой копии Ильзы с тени неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилим потоки в 50 раз. Это зеркало, она и возвращала все ее мысли. Кошмар. Это когда ты говоришь одно слово, и тебе тысячу раз твое же слово летит назад в твою голову. И я тормозила это. Ее лень была от этого. Вот двигаться нее... не могла, она, потому что ей, ей дорога как она видела в зеркало, которое отражало ее, не двигалась. Все мысли возвращались назад, как по кругу она ходила. Ей неинтересно становилось. Зеркало цвет поменяло от этих энергий. На какой? стало. Отлично, хорошо. Ревер закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Ильза забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Один, два, три. Пошла энергия божественная, чистая. Все, что у нее похитили, все, что у нее украли, до последней капли, до последнего микрона возвращается назад. Энергия чистая, креативная. Вот он воровал креативную, чистую энергию. Спокойствие идет. Спокойствие было похищено, это так называется. И сейчас возвращается назад. Вот я сейчас смотрю на вопросы Ильзы. Мы практически все вопросы ответили ответами интерферентов на все, что она спрашивала. Уверенность к ней вернулась. Реверс закончился. Отлично, хорошо. Так, синий дракон. Выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся в клетку тюрьмы и докладывай у меня о готовности к проверке. Приступай. Но набирает калейдоскоп с третьего глаза. Плат, Готово. Я не понимаю, синий дракон, она что? Заслужила от тебя эту плату или как? Вот этот калейдоскоп. Да, у нее интересное мировоззрение, а я его добавлял цвета. Ну ты же обман ей добавлял. Зачем ты ее вводил в заблуждение? Все живут в иллюзии. Так пусть она будет яркой. Дракон. Ты считаешь, ты в состоянии решать судьбы людей, вершить? Ты кто, абсолют? Да нет, куда уж мне. Ну вот я поэтому и спрашиваю, не слишком ли ты перешел свои границы? Не слишком. <с> я не знаю, я сегодня отправил уже одного дракона, ему поставили клеймо в межгалактической полиции за ложь. И за то, что он сделал. Это не ложь. Ты я... не понимаешь. Я, я не понимаю. Я И реально ставлю не понимаю. это маленьким детям. Я ставлю это тому, кто достиг определенного уровня. Хорошо, ты все забрал? Да. Джин, тебе выходить не надо. Вы забирай всю свою пыль, все, что ты установил в ее биополе. Приступай. Он У вытягивает с нее пыль. Какого, какого цвета? Из-под или золотая? Синее. Как она воздействовала, Джин? Топталась на одном месте. Топталась на одном месте. Дальше разговоров и мыслей дела не шло. А Джин в доме присутствует. Джин присутствует у нас еще в доме, Джина. Ты знаешь, что мы сегодня будем с тобой еще второй раз встречаться, потому что у нас есть чистка дома по плану. Мне бы не хотелось с тобой встречаться. Хорошо, Джин, я тебя верну сейчас после этой чистки в дом. Ты соберешь все, что я оставил в доме. За это время, через минут 20-30, я приду, открою тебе портал, проверку сделаю, все ли ушло. И если ничего не осталось, я отправлю тебя на твою чистоту в первый раз. Тебе это понятно? Да, мне понятно. И достаточно и... времени. Достаточно. Кто еще присутствует в доме, кроме Джина? Демон присутствует. Хорошо, Демон, ты понял все, да? Понял, да. Хорошо. Так, Джин у нас все забрал? Так. Давай, демон, выходи, вытаскивай все, что ты оставил, рассказывай, как ты установил эти установки, как они воздействовали, и закончишь, когда доложи мне о готовности. Я отдам тебе лярву. Приступай. Уютное место у меня. А где ты жил? На ногах у меня. А, Качеля, качельки. Да. Качельки, конечно. Гамачок. Вот даже гамачок поставил. приятность и все в них тебе стекало, правильно? Плюс твои утяжелители на ногах. Он показывает, как э, лицо стоит. Слова, слова от нее идут. Злые? Ему приятно это. Хорошо. Она Ильзе, я вам обращаю ваше внимание. Из моего личного опыта мы уже очень много людей вытаскивали, у которых был язык черный. Если вы не хотите, чтобы у вас был черный язык, и на нем была огромная лярва, вот, а рядом стоял демон и еще несколько сущностей. Не говорите ничего плохого. Все, что вы говорите, возвращается к вам. Говорите вы любовь, приходит любовь. Говорите вы ненависть приходит ненависть, но в несколько раз сильнее. Вы понимаете, Ильза? Да, понимаю. Она не то, что вот матерится или ругается, но у нее вот какая-то злость, и она слова вот эти выкрикивает. Эти слова имеют силу. он наслаждается. Эти слова нравится. имеют силу. Я об этом и говорил, Ильза. Эти слова, о которых вы не обращаете на их внимание, они есть тот фактор, который притягивает таких сущностей, как 16-герцовый демон. Он совсем не маленький. Он все убрал. Демон, я разрешаю тебе забрать селяр в биополе Ильзы. Приступай. На шее от слов. Горло по ударила от горла. Хорошо, вот вы видите результаты действия плохих слов. В следующий Вкусная раз. Лярва. Вклю... Вкусная лярва, безусловно, для него, да. Хорошо, так, гуманоиду выходить не надо, он может прямо из клетки отключить всю свою конструкцию зеркала, приступая. Все свои энергии тоже забирай. Готово. У нас все все забрали. Переходим к рассинхронизации. Даю команды тонкой копии Ильзы на рассинхронизацию синхронизация до 100%. процентов Заканчивается автоматически. синхронизируя зеркалом тоже. И на 4 раз синхронизация идет и с зеркалом. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. Нет, такая зеркальная вернулась. Угу. Очень хорошо. готова Хорошо, включая внутренний белосвет Ильзы. На счет 3, 1, 2, 3. Шар выходит. Форм... вернее, энергии выходит и формируется перед ней в шар. Шар зависает в воздухе. Но шар очень маленький, мы убрались. Мы все убрали. Открывается портал в галактической дыру, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Итак, синий дракон, ты не присутствуешь в квартире, ты сказал, да? Нет. Хорошо. Я хочу получить у тебя слово синего дракона, что больше никогда не войдешь в это биополе. Даю слово. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона 1, 2, 3. И синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Давай еще сделаем проверку. Я даю команду на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. Сканер сканирует и проводит контрольную проверку. Чистая. Хорошо. Так, подхожу к кладу руки на плечи сжигаю мощным ударом все каналы. Один, два, три, удар. Каналы отлетают. Открывается портал в галактической ядро, и каналы все улетают на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо. Джин, демон, я сейчас буду вас отправлять в дом назад. Через полчаса я приду. Демон, ты все порталы знаешь в доме? Два знаю, в которые захожу. Хорошо, почему я спрашиваю просто, если там еще есть черт, я хотел собрать весь негатив в этом доме и отдать его. Мой вопрос, кому его отдавать? Черт есть. Ну, будешь с ним делиться? Нет. Значит, тогда сам мне покажешь все порталы. Договорились? Да, без проблем. Хорошо, я тебе соберу потом весь негатив. Все этом... покажу. Хорошо. На счет 3 открывается портал в дом. Ильзы. Один, два, три. И. Джин, и демон уходят в этот портал и дожидаются нас там, закрывая, печатая растворяя. Готово. Хорошо. У нас остался гуманоид со своим зеркалом, да? А, значит, демон, когда уходил, он сказал, что черт не заслужил. Он к детям лезет. О-о-о! Вот за это я черта накажу сегодня. Хорошо, разберемся. Значит, у нас зеркало, и осталось, и гуманоид, да? Да. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Да, Ли на связи. Я приветствую тебя, Ли. Будь любезна, посмотри, пожалуйста, ситуацию зеркало, зеркалом, гуманоид, небиру. Она аж почернела, когда мы вытащили все оттуда, что сколько он украл. Сидел он один год, но интенсивно. Человек морально устал. До него или от него? Или вообще? От зеркал морально устает. Поэтому я прошу тебя посмотреть эту ситуацию. Я уже посмотрела, забираем. Хорошо. Запрещенный прием. Конечно. Гуманоид, почему ты используешь запрещенные приемы? Вот если я сейчас использую запрещенный прием, что тебе останется? Надо рассчитывать силу удара. Хорошо. Тебе объяснят несколько следующих десятилетий, как надо рассчитывать цифру удара. Силу. Они забрали его. Отлично. Клетка пустая, Вера? Зеркало осталось. Открывается под ним портал галактический дрон, уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Поехали дальше. Мы все убрали, всех убрали из биополя. Поехали по частотам. Да, есть. Хорошо, Ильзы, как вы себя чувствуете? Она гармонично себя чувствует. Отлично. Будем возвращать вас назад, и после чистки супруга мы почистим и ваш дом. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Ильзы в систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой зеленке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.